Так называемое репетиционное или пробное тестирование проходит с момента появления централизованного. В течение нескольких лет пробное тестирование в нашем городе проходило на базе Полесского госуниверситета и средней школы номер 18. Однако, начиная с 2013 года, правом проводить пробное ЦТ обладает только Полесский госуниверситет. И сейчас репетиционное тестирование проходит только там. Цель пробного тестирования – подготовить будущих абитуриентов к настоящему централизованному тестированию. Репетиционное тестирование выглядит так же, как и централизованное, с той лишь разницей, что здесь не выдается сертификат. Пробные испытания проводятся в 3 этапа. Первый из них проходит в октябре-декабре месяце, второй в январе-феврале и третий в марте-апреле. Как показывает статистика, интерес к репетиционному тестированию в нашем городе растет. Как правило, участие в тестировании принимают старшеклассники, а также выпускники прошлых лет. Для участия в пробном тестировании нужно либо позвонить по телефонам 32 40 87 или 35 51 03, либо пройти простую регистрацию на сайте Полесского госуниверситета. Для того, чтобы зарегистрироваться, мы заходим в этот же раздел «Пункт тестирования» и подраздел «Регистрация на репетиционное тестирование». Здесь вводим в анкете участника репетиционного тестирования фамилию, имя, отчество, серию паспорта, номер паспорта, контактный телефон. И отмечаем предметы, которые будем сдавать на тестировании. В конце, когда мы все эти данные отметили, нажимаем «Сохранить», регистрация произошла. Всем тестируемым при себе необходимо иметь черную гелевую ручку, черновик, а также паспорт и квитанцию об оплате теста. Один тест стоит 50 100 рублей. Начиная со второго этапа тестирования, который уже пройдет 25 января, результат испытаний можно будет узнать только на сайте Республиканского института контроля знаний. Результат репетиционного тестирования будет известен через 2 недели после испытаний.